Сегодня у нас будет отличная методика знаменитого профессора Неумывакина. Значит, начинаем. День номер один. Три раза в день до еды берем 50 миллилитров водичку. Водичку, значит, с крана не годится. Значит, подойдет в крайнем случае нейтральная минеральная негазированная вода или хорошо фильтрованная вода. Берем просто комнатной температуры воду 50 миллилитров и первый день добавляем одну каплю перекиси водорода 3% аптечной. Покупаем в аптеке раствор перекиси водорода, там написано 3% раствор. Вот это нам подойдет. Берем пипеточку свежую, покупаем, и одну каплю раз, выпиваем до еды 3 раза в день. В первый день по одной капле. На второй день то же самое, до еды, примерно за 40 минут отлично будет. Все так же самое, 3 раза в день, 2 капли. Третий день по 3 капли, по 4 и так далее. И движемся к 10-му дню, на 10-й день по 10 капель 3 раза в день до еды. Дальше. Делаем 3 дня перерыв. После 3 дней продолжаем именно с 10 капель. Дальше. 10 дней дальше мы капаемся. По 10 капель каждый день. 3 раза в день до еды. Дальше. 3 дня перерыв. И потом опять по 10 капель 10 дней 3 раза в день. Вот один курс прошел. Потом можно сделать перерыв где-то 2-3 недели. И можно 2-3 курса с такими перерывами сделать.